Астрологи объявили неделю шутера, с вами Saint, и сегодня мы поиграем в игру, которая бесплатна в Steam, free-to-play шутер, который называется Polygon, пиксельный Counter-Strike или что-то типа того. Я толком до конца и не понял, сыграл пару боев, два боя, если быть точным. Порадовало, что есть разные карты, но не порадовало, что первоначально у нашего героя есть всего одно оружие. Вот если нажать солдат, вот у нас есть АК-47 и Кольт 1911. В магазине, конечно, можно приобретать прочие-прочие пушки, но в самой игре, именно в начале, как в КС, этого сделать нельзя. Так, появляемся мы за красных. Здесь вся тема рассчитана на захват точек. На захват точек. И проблема еще вот в чем. Что тут зачастую ни пиздошеньки не видно. Не видно ни врага, ни никого. То есть наших видно по желтым отметочкам. Сколько нас? 8 на 5. Да, мы сейчас щемить будем, ебать. Поехали, поехали. Ой, там грен залетела. Нас поражает. Блять, а попал, не знаю. Сейчас обойдем. По стелсу. Вот такую карту я уже видел. Блять! Нихуя, я убил его. Ага, нас убили вот оттуда. Понял. В прыжке, короче, получилось. Угандошки вражину. Окей, это неплохо. Все, 8 на 8 нас теперь. Замечательно. Так, еще я немного убавлю громкость. Я перезаписываю, объясню вам почему. В первый раз громкость стояла на 75, и я потом переставил ее на 50, но все равно звуки выстрелов, они здесь везде. Вот вы находитесь тут, сражаются где-то на точке А, вдалеке, там 200 метров от вас, вы слышите эти выстрелы. Это невозможно, потому что просто вся стрельба перекрыла все, что я говорил. Поэтому приходится перезаписывать. Рассказывать, показывать, что и как происходит. Убит. Второй убит. Положили, красиво. Гренку на проверку. А, сука, положил меня все-таки. Гана. Ну нормально, двоих вырубили. Все неплохо. Плохо то, что мы не захватываем пока ни одну из точек. Это проблема прям. И красные проигрывают. А еще реально ни пиздошеньки не видно. Ага, кто ты? Crossfire, господи. Вспомнили. Нас зажали, да, вот мы сейчас на вот этом... очки в этом квартале сражаемся, нас очень жестко зажали. Синие, скорее всего, победят, потому что вот слева внизу, выше карты, есть такая отметка, которая показывает, сколько по времени продержали та или иная команда флажки, базы. Ну давай. Собака, блять, шо, видели эту собаку? Она... сутулый пес тупо вот шел, нагнулся туда, QE-шка, QE работают, вот так это выглядит, можно из-за угла стрелять. Такая тупо сутулая собака выходит, такая, на нахуй, тебя поеблу. Ни пизды не видно. Ночная карта, это мне вообще не понравилось, потому что непонятно, что происходит. Была дневная карта с другой локацией. Она была чуть более бодрой, и там было три точки захвата. Я не знаю, сколько всего этих карт. Одна, ой, не одна, две или... А что такое? Куда мы застряли? А, в бетонном блоке, господи. Две их или больше, но та карта намного лучше была. Да, еще тут хейлы начинают восстанавливаться сами по себе. В какой-то момент я это спалил. На нахуй! Блять, пан Вьеслав спиздил, вот эти поляки вечно пытаются фраг украсть. Прям бесит. На, еще одну туда. Ой-ой-ой, кто-то палит. Надо пойти подхилиться.
Хорошо, тут хилочка. Хуякс. Ага. Да я так хилиться буду, меня расстреляют быстрее. Все, вот хейлы пошли сами восстанавливаться. Заебись. Где вражина? Опа, 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 прыжками, прыжками. Блять, перезарядка. На, лови. Хорош. Обойдем их. 8 хелов всего, блять. Это одна шальная пуля с рикошетом, это пизда. И пизда нам настанет. Не успейте оглянуться, как негры с гробом придут и танцевать начнут. Воу, вот, же сказал, шальная граната, не шальная пуля, шальная граната. Ну, бывает, бывает. Здесь очень непонятно пока что для меня физика стрельбы. Вот по происшествии двух полноценных боев, это третий. Непонятно мне, что и как тут происходит. Как-то пули, блядь, летят, хуй пойми как. Разлет, не разлет, приход, не приход. Гранаты тоже, посылаешь их в окно, она от спины обратно в тебя рикошетит. Это все печально. Прям очень прискорбно. Где, где вражины? Ну они выиграли, да, вон 292 очка. Ебать, снайпер сидит. Мудак. Вот эти мудаки с ВСС-ками. Я вам покажу, что такое ВСС. В магазине. Она с 16 уровня открывается. И получается, ваша команда проиграла. Получается, что ты попадаешь с челиками, которые 16 уровня минимум, да? Или как это? Ну, это не, немного нечестно. Дайте новичкам сражаться с новичками, и все будет кошерно. Полигон. Так, так, вот. Магазин. ВСС. Открывается с 16 уровня, стоит 87 штук. Просто великолепное оружие. Мультиплеер, быстрый матч, список серверов. Ебать, какие опасные тут. Пинг 11. Не, можно залететь вот сюда. 31 из 32. Давайте посмотрим, что это такое. Ну, подключиться. Хорошо. Сейчас подключимся. Как что-то поделаем. О, этой карты я еще не видел. Это замечательно. Мы за синих. Да, реально Вторая мировая. Это вот крест Святого Петра. Узнаю. Узнаю, узнаю. Мы за что? Мы за Святого Петра воюем, да? За немцев. Так, а это что? А это какой-то уже похоже на советский танк, но это не точно. Замечательно. Сейчас пойдем разваливать еблеты. В машины садиться нельзя. Нельзя. Вот прям. Это печально. Ну, странная Вторая мировая, получается, Вторая мировая с автоматами Калашникова. И вот из этой хуйни пальнуть нельзя. Было бы неплохо из нее ёбнуть по дому, в котором сидит враг. Давайте прятаться вот за вот эти укрытия. Они неразрушаемы. Днем видно намного больше, ночью прям жопа, прям вот просто ты как кошка без усов ориентируешься, шарахаешься по местности. О, вот сидит мудак. Поздно я его заметил. Вот собака. Вот сучка. Так, сколько у нас точек? А чё красные такие охуевшие захватили Д, Б? Настолько ценным. Нужно срочно захватывать. Там сидит снайпер с ВСС. Нам вообще не подобраться к нему. Было бы какой-то танк ёбнуть по нему оттуда. Ой, 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 мастер хедшотов просто. Посмотрите, что творю. Демон просто. Демолюшн скоро, если... это самое... Нави, блядь. Если будете делать команду по полигону, я жду, блядь, приглашения. Вы видели этот хедшот? Просто ебануться. А, еще проблема в чем? Проблема в том, что когда ты убиваешь врага, ты не можешь залутать его оружие с него. Это прям печально очень. Так же печально, как и заебавшие меня звуки выстрелов. Я их вообще вот настолько убавлю, потому что... Но это невозможно уже. Они не помогают абсолютно никак. Что они есть, что их нет, просто стреляет все вокруг. И смысл с этого... Ты кто, блядь, тут? Это враг. Смотрите, это враг.
Я слишком тихо стало, блядь. Я не могу найти баланс. Не могу найти баланс идеальный между звуком, когда он ебенит, и звуком, когда его нормально слышно. Просто в голову получил. Нави, блядь, приглашение жду, ебать. Где вражины? Опа. Хе-хе-хе. Как сутулая собака буду. Опа. Обратно. Мы синие, да? Да, мы выигрываем. Мы 3 точки захватили. Ебать, мы демоны. Ну, не без нашей помощи тут все ебенят. А, вообще не без нашей помощи. Мы тут снайперов двоих уже положили. Хотя нет, второй был не снайпер, второй был Сэмкой. От огня мы не горим. В огне не горим, в воде не тонем, блядь. Враг сзади, блядь. Да ёбаный калаш, ты хули? Вся обойма в него была выпущена. Еще пока перезарядится, пройдет вечность, блядь. Просто вечность. Почему мы не можем точку Д захватить? Там наши по центру челики сидят, чилят на полях. Это все великолепно, но нас поджимают с выхода, с нашей точки. Вот эта проблема уже становится. Когда новая порция солдат не может выйти и подкрепить армию, так сказать. Что у нас по счету? 2-2, счет 300 очков. Нормально, нормально. Все хорошо. Ой, блядь, тут мы вообще как прыщ на коленке, нас будет видно, ебанешься. Надо щемиться в город быстро. Хочу побыстрее какое-то новое оружие тут открыть, потому что, ну, реально заебал этот калаш, который просто разлет бесконечный. Вот такой. Это пиздосик какой-то. Ой, даже следы от выстрелов остаются. Посмотрите, проработали здесь все создатели. Кто по мне стреляет? Сейчас как постреляю, блядь. О, круто, мы наверх залезем. Бля, я думал, сквозной там будет балкон, и я смогу... Печатная машинка. Окей. Думал, сквозной балкон смогу выйти и расстрелять вражин. А нет, а нельзя. Статус захвата. Да мы захватили уже, это наше. Все, Дэшку захватили. С осталось. Карту вызвать на М нельзя. На таб вызывается таблица игроков, поэтому куда бежать точно, самому Господу Богу известно. Типа на миникарте отмечено это С, но было бы неплохо, если бы можно было вызвать карту. Я был бы прям рад. Пиздец. Нихуя интересного в доме. Ну, обставили бы мебелью какой-то. Ну, там что-то, чтобы можно было залутать. Я когда вообще начинал играть в эту игру, я думал, что это очередная королевская битва. А нет, а это убийца Counter-Strike, Valorant, пиксельный, забавный, с странной физикой, но, тем не менее, убийца. Убийца не обязательно должен быть дерзким, опасным. Он может быть и таким. Маленький убийца. Сколько есть маленьких убийц в мире? Всякие пауки, змеи ебаные, скорпионы, медузы есть. Это куба-медуза, которая кусь тебе сделает, и туби пизда. И также и эта игра. Эта игра — это куба-медуза в мире компьютерных игр. Угу. Следите за логикой. А пока мы ползем к врагу, в направлении врага, я вам буду рассказывать про кубу-медузу и то, откуда она пошла. Ну ладно, шучу. Не знаю я столько дохуя про животный мир. Так, ну тут наши есть. Заебись. Куда вы стреляете? Там враги, давайте, блядь. Ра-т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 а, блядь. Все, патроны закончились. Перезарядки. О, бля! Снайпер встретил, да? Нет, не снайпер, Скар. Искара убил нас, пацан. Опять же, блин, вот Скар, он тоже открывается не на 16-м, конечно, уровне, но не скоро. Там, по-моему, уровне на 8-м. И... А где я появился, блядь? Чё я в окопе появился? Я чё, червь? Сразу, земляной голем, блядь. Так, мы держим Б и Д. С идет захват происходит. А под врагами. Ну да, еще добраться надо. Она вообще ближе всего к их базе. Вот это точно советский танк. Судя по его состоянию, произошло пробитие. Так, березки. Заебись, березки с елками. А застройка как будто немецкая. Не поверю, что в Германии так чтят русский дух, что аж березы понасаживали всюду. Да, блять, в чем мы застряли? Вот просто опять в еже
Танковый еж противотанковый? Возможно, не отрицаю. А, точку Б у нас пытаются отобрать. Нихуя себе вражины. Нихуя себе собаки. А я сейчас как возьму? А я сейчас как ебану? Ага. Угу. Скорее всего, меня ебанут. Но Нави, да, если кто-то смотрит, а, блядь, вы должны, сука, смотреть, обязаны просто смотреть за игрой гения. Я прям, блядь, как Кодзима, нахуй. Только в шутерах. Грену. Да, сука. Грену перекинул. А, да, если вы не смотрите, быстро, блядь, подписались и смотрите этот канал. Все из Нави, а к обычным зрителям, обычным людям я вежливо попрошу, подписывайтесь на канал, потому что это помогает развитию канала, продвижению контента, дает мотивации делать видео для вас, для зрителей. А Нави, сука, в команду быстро меня взяли, потому что я киберкотлет. Я такой хедшот положил издалека в этой игре, где нет физики стрельбы. Вы охуеете. У вас в КС никто так не делает. Всякие там симпл, хуимпл. Не, ладно, симпл пиздатый, но остальные говно ебаное. Просто перестреляю всех в полигоне. У, сука. Ну перепрыгни тут, господи, три кирпича стоят. У нас, мы играем, по-моему, за гнома какого-то, не может перепрыгнуть три кирпича, которые стоят один на другом. Нас 15 человек, а такое ощущение, что нас два, потому что все где-то в ебенях, а, ну вот, в центре сражения, а те, кто умирают и пытаются пройти от нашей базы, получают пиздов максимальных. О, какой-то памятник. Давайте посмотрим на памятник. Хули, стрелять не умеем, хотя бы будем рассматривать всякие вещи. Забавный. Забавно весьма. Тихо, тихо. Не спай. Не шакаль ФПС. Не шакаль. Врагов не видно. Они там на передовой, но 100% сидит какой-то ёбнутый мангуст со скаром. Вот-вот, уже вижу. Я в другую сторону, братва. Ёбнутый мангуст со скаром, который не дает пройти. Вот, да, Скар Эйч. Скар Эйч. М16. Я бы тоже М16 хотел попробовать. Что заебался этим калашом уже бегать. А, пойдем в плащ. Ебать. Да, блядь, уже стреляют в мою жопу. Мою жопу уже нашпиговали свинцом. Дайте мне пройти к нашим ребятам. Как они прошли? Вот так? Может быть. А, может быть. Тут еще, блин, самолеты есть. Но их тоже как бы трогать нельзя, заводить нельзя. Сюда даже сесть. А, можно, смотрите. Можно пройти сквозь текстуру и типа ты сидишь. Отошел. Что ты делаешь, блядь? Отошел нахуй. Это... Дурак, блядь. Ставь, это моя машина. Какая дерзкая. Уйди нахуй. Все, поехали, поехали. F нажал. Давай, я провода зажму сейчас тут. Так, красный и синий. Ага. Блядь, она не едет. Сломали, суки. Сюда зайти нельзя, да, в текстуры танка. Я бы на танке уже лучше поехал, если можно выбирать. Можно было бы выбирать между танком и кабриолетом на войне. То, блядь, танк, безусловно, кабриолет для мирного времени. Нихуя себе, воевать в кабриолете. Все в тебя влетит, просто все, что может и не может. Влетаемое и невлетаемое. Осы, пчелы, патроны, гранаты, блядь, говно. Камни, если ты воюешь против каких-то пигмеев в Африке. Абсолютно все полетит в тебя. И ты вообще от этого не защищен. Жесткость кабриолета равна нулю. Или близится к нулю. Танк — это другое дело. Да, он медленный, но, бля, он как, во-первых, ебанет из своей пушки, мало не покажется. Во-вторых, он прочный, ебать. Никакая какашка и никакая каменюга его не возьмет. Слово совсем. Вообще не возьмет. Ну вот, этот забор ты перепрыгнул. Заебись. Значит, все-таки не гном. Значит, карлик. Вот это не может. Все, уже сложно. Карту, вот, блядь, карту бы открыть, чтобы понять, как добраться до наших. А наших поджимают. А, Б и С точки уже забрали у нас. Нас скоро догонят. Ууу, я хочу сюда. Можно наверх? Да, сука. Ну... Нахуй сделали эти лестницы, если по ним нельзя забираться? Тут очень много декораций, которые... Декорация ради декорации.
Тут перестрелка, я пережду. Опасно. В смысле, блядь? Ты как сюда ее закинул, демон, блядь? Так, битва происходит рядом с Б. В этот момент там захватывают Д точку. Заебись. У меня команда точно таких же ушлепков, как и я, которые нихуя не понимают, что делать. Но есть вон там парочку, первые там 3-4 пиздатых, остальные просто в глаза долбятся. 0-5 пацан идет. Демон, сука. Мы хотя бы 2-6, хотя бы 2 килла оформили. Причем оба красивых. А, хедшотики, хедшотики. Как говорил классик, каждому ашоту с калаша по хедшоту. А у нас калаш. Я так понимаю, мы воюем практически с ашотами. Давайте посмотрим чужие ники. Хакблей, да, ашот, 100%. Никто другой не возьмет такой ник. Просто уверен. Ашоты, если вы меня смотрите, не обижайтесь. Я очень хорошо, в принципе, отношусь к кавказским народам. У меня один из лучших друзей азербайджанец. Великолепный молодой человек, очень грамотный, воспитанный, хороший друг. Это все шутки. Шутки и забавы ради. Где вражина? Я тебя найду сейчас. Упокараю. Я думал, что эта игра будет немножко попроще. У меня на канале есть Genshift, и Genshift как-то легче для меня зашел. Я очень быстро понял, как и что там делать, быстро раздуплился и там первые места в командах, в складах занимал. А тут какая-то дичь. А, там наш, блядь, я тебе гранаты вскрою. Вскрыл гранат. Там точно, погоди, точно наш? А точно ли наш? Ну, уже тут никого, потому что, судя по всему, граната обезглавила молодого человека. Бля, мы проигрываем, пиздато так проигрываем. Куда идет стрельба? А, вон, вижу. Попали даже. Ой, по нам попали, плохо. Выдали себя, выдали. Так, опа. Опа. Опа, видел вражину. Да, блядь! Ну нихуя ты снайпер, ёбаный. Покажите хотя бы, где он сидит, в скольких километрах. Обосраться. Все наши воюют на Б. На Д буквально 3,5 человека. И эти и Б захватить не могут. И мы тут нихуя сделать не можем. Это просто пиздосик какой-то. Вон они все где. Вон, там. На Б. Это пиздос. Максимальный. Пройти нельзя просто. Из-за того, что все съебались туда. Отойдите назад, помогите. Зажмем их в кольцо врагов. И потом объединим силы, ебать. Так мы, вот сколько я уже говорю, мы не можем добраться. Мы не можем. Там сидят парочку демонов наших, которые пиздато стреляют. Ну и смысл с этого, если ты пиздато стреляешь, а остальная команда в говне пососная. Нужно помогать тиммейтам. Тем более, блядь, я играю всего, ну, получается, четвертая карта. Я в первый раз, когда записывал, две карты прошел, и вот сейчас вторая. Ну, я не дохуя профессионал. Хоть меня и пора брать в Нави, но я все равно не дохуя профессионал. Дэшку захватываем. Ой, хорошо, красиво, молодцы, демоны. Получили очечи за это. Поднимемся наверх. Какие роскошные апартаменты. А тут мы врезались в потолок. Да, мы слишком высокие вдруг резко стали. Да, это наши апартаменты. Я зарезервировал за собой. Враги где, блядь? На стол как залезу. Ага. Никто уже не идет. Испугали всех. Было бы неплохо, если мы могли появляться не только на флажке. Ну и, допустим, на Д. Вот мы захватили Д, появились на Д, если хотим. Как это реализовано в Battlefield, допустим. А, здесь такого нет, к сожалению. Но, возможно, это все будет дорабатываться. Я надеюсь на это. Надеюсь, что разработчики не забьют на игру. Обидно, когда забивают, потому что... Да ебаный в рот, все пиздушит. Обидно, когда забивают на игру, потому что иногда реально даже вот из... Ну, казалось бы, из такого проходного материала может... выйти шедевр. То, что произошло, допустим, с Tabs и Landfall Games. Первоначально игра смотрелась очень скучно и уныло. Но то, что они потом из нее сделали, ребят, ну это ж конфетка. Просто конфетти.
Ха-ха-ха, из-за угла я тебя прошмаляю. Так, перезарядочка. Гренку. Ловим. Да, блядь, вот как она летит? Я кидал туда, она врезалась в стену, въебала нас на 20 чё-то хелов, а тут мудак обошел здание и просто... На Д. А, мы можем, ебать, можем. А я-то не знал, я тыкал первый раз, когда записывал. Ага, чё-то пошло не так. Я за экран нажал, мышкой. Я первый раз, когда записывал, нажимал и нихуя не мог появиться. Прям проблема. Поднимемся наверх. Опа, кто-то мертвый лежит. Братан, помощь нужна? Давай помогу. Ты мучаешься. Все, теперь не мучаешься. Мы облегчили, облегчили страдания товарища. Да что такое, блядь? Возьми приклад нормально. Я отсюда буду стрелять, ребят. Не обессудьте. Или не буду. Или не буду. Или отсюда. Через забор не проходят пули, но это классика. Хули бы им проходить. Хотя тут такие дырени в заборе, что не только пуля пройдет. Вообще непонятно. Столько выстрелов одновременно, что непонятно, кто откуда пиздошит. Поднимемся наверх. Ага. Рояль, блядь, нет, может... Не-не-не, все-таки ту оставлю себе, не буду эту резервировать. Кто тут еще, блядь, захватят, забегут черти. Ждем. Будем кемперить. Раз не получается убивать в открытом сражении, будем кемперить. Кемперинг. Греночка залетела. Ой-ой-ой-ой. Мы, по-моему, выдали себя, нет? Ой, хорошо, минус, блядь. Все, закемперили, убили. Красиво. Заебись. Следующее здание. Хуяк, хуяк, хуяк. Все, теперь тут сидим. Сейчас сюда попрут черт, смотрите, просто вангую, сюда попрут враги. Вражины попрут. Нет, не прут. Ладно, придется опять кемперить снизу. Ну где вы? Я же вас найду. Выходим, блядь. Джонни, I'm here, блядь. Блядь, это наш. По-моему, мы добрались до наших. Это заебись, наконец-то. Много наших здесь. Мы не одни. Это выглядит неплохо даже. О-о-о-о-о-о-о, все, по нашу жопу пошли стрелять. Блять, блять. Это М16 стреляет как пулемет. Может, это М16 пулемет? О, можно теперь здесь. Неплохо. Правда, тут до 1000 красным понты остались, они сейчас спокойненько выиграют. А мы проебем. Это проблема. Идет кто-то через мост. А ща я, бля, как Рэмбо, нахуй. Забег устрою до точки А, возможно. Может, меня не заметят. Сразу в леса запрыгиваем. Залетаем сюда быстро, 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 быстро. Ой, хорошо, там все сражаются, они не знают, что мы здесь. А мы в тылу врага, как настоящий диверсант. Как настоящий диверсант. Почти добежали, почти красиво все было. А! Третий левел не получим, мало убивали в этом бою. Окей, виход. Да. Что-то моей команде, команде, в которую попадаю я, не особо везет пока. Но игра на самом деле сложна. Для первого раза вы вряд ли будете тут эйсы делать. Хотя тут какие эйсы, если человек возрождается. Вряд ли вы будете один в пятерых выходить и раздавать сразу хедшот с первого раза. Вам нужно будет наверняка несколько часов придрочиться, поиграться,
Оружия немного, но оно есть, можно будет его покупать. Вот, кстати, скар до 12 уровень. Ну вот опять же, челики со скарами, то есть 12 уровня челики уже, которые повидали эту игру, знают, как и что тут надо делать, попадаются против новичков. Это не очень честно на самом деле. Но да ладно. Если у вас будет желание, пробуйте. Игра бесплатная. Надеюсь, что будет дорабатываться. Весьма забавная по графону, пиксельная. Решили не бить в реализме. И хорошо, потому что это сложно для многих, тем более для маленьких студий. На этом мы, пожалуй, закончим. Я благодарю вас за то, что вы посмотрели эту серию. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. И увидимся в следующих игрушечках и других видео.